Первая презентация, на которую мы попали в минус первый день выставки IFA в Берлине, была от Acer. А после нее нам понадобилось еще 4 дня и несколько походов в павильон Acer, чтобы понять, что же такое мы увидели. А увидели мы два настолько разных ноутбука, что просто не верится, что их выпустила одна компания. Acer Predator 21X — это первый в мире ноутбук с изогнутым экраном. А еще, наверное, первый, куда умудрились впихнуть сразу две видеокарты GTX 1080. Характеристики этого монстра впечатляют. Изогнутый IPS-дисплей размером 21 дюйм и разрешением 2560 на 1080 пикселей. Удивило, что Acer не стала использовать 4K в таком мощном ноутбуке. Процессор Core i7 7-го поколения, 5 кулеров, 2 видеокарты GTX 1080, до 64 гигабайт оперативной памяти, звуковая система с 4 динамиками и 2 сабвуферами. В общем, это не просто хищник, это настоящий монстр. У ноутбука полноценная механическая клавиатура с подсветкой, программируемые клавиши и тачпад, который легким движением превращается в нампад. Но больше всего поражают размеры — 57 на 32 сантиметра, а толщина — 8,5 сантиметров. Вес, как вы понимаете, тоже не маленький — 8 килограмм. В общем, в кофейню такой ноутбук с собой не возьмешь. Один блок питания Predator 21X весит больше, чем средний ультрабук. Официальную стоимость Acer не объявляла, но вряд ли стоит надеяться на демократичный ценник. Слухи поговаривают о 8 тысячах долларов. Немного неясно, кто потенциальный покупатель этого ноутбука, ведь за его стоимость можно будет купить 3 полноценных игровых компьютера с большими мониторами от того же Acer. Но у компании есть тузы в рукаве. Новая система слежения за глазами. Она должна помочь в играх. Станет удобнее целиться, управлять, направлять и следить. Надо сказать, что работает технология отменно. В продажу Acer Predator 21X поступит в следующем году. А вы пока подумайте, зачем вам такой монстр и где вы будете искать 8 тысяч долларов.